Кто такие микробы? Они заразные существа на планете. Когда хочешь гулять и забываешь руки помыть, микробы на руках остаются. Это те, которые вредны и помогают человеку. Это такие вирусы, которые заражают людей. А есть и добрые микробы, которые помогают. Откуда они берутся? Из улицы. Когда не моешь руки и кушаешь, то микробы попадают к тебе в рот. Еще есть полезные микробы, которые живут в аппендиците. А где их можно встретить? В здании, в больнице, полиции, повсюду. На заводах. Пойдешь на песок, например, у тебя там будут оставаться грязь. Или в лужу, если упадешь. Злые берутся изо рта всяких. Например, если чупа-чуп взять изо рта в рот, то получается микроб. А добрые, они просто так. А как выглядят микробы? Они кругленькие такие, и у них как присоски. Присасываются. Маленькие. Немножко страшноватые. Их вообще не видно, скорее всего. Только через телескоп. А какие есть правила борьбы с ними? Мыть руки с мылом. После гулялки, например, руки надо мыть всегда. И самому надо окунуться в воду. Какие-то спреи такие. Мыть руки, мыть овощи без мыла. Убирать в доме. Мыться